Пожар на картонном комбинате в Житомире. Возгорание произошло около 11 утра на складе готовой продукции. Пламя охватило около 3000 квадратных метров. По словам спасателей, потушить огонь было сложно, поскольку он быстро распространялся, а температура была слишком высокой. На месте работали 63 сотрудника ГосЧС и 11 машин. О сумме ущерба и причинах возгорания пока не сообщают, однако на комбинате говорят, что пострадала и техника цеха литой тары. Версию поджога на предприятии не рассматривают. Огонь удалось локализовать за 3 часа. Никто не пострадал.